участников программы «Школа молодого энергетика» прошел интерактивный семинар «Светофор ЖКХ». Образовательное занятие направлено на популяризацию сферы жилищно-коммунального хозяйства среди молодежи. Провела его Анна Маруженкова, советник Департамента внешних коммуникаций и связей с общественностью Государственной корпорации Фонда содействия реформированию ЖКХ. Наша основная задача – это направить детей, вот в рамках профориентации, направить детей в сторону энергетики ЖКХ, показать им важность профессии, которая входит в энергетику ЖКХ, показать им, насколько это может быть интересно, чтобы дети задумались о том, чтобы пойти работать в данную сферу. Занятие прошло в формате лекционного знакомства с существующими и новыми профессиями сферы ЖКХ, а также в формате игры, во время которой участники смены исполняли разные виды работ коммунальных специалистов – сантехника, электрика, специалиста по эксплуатации и обслуживанию многоквартирного дома и других. На занятии сменовцы познакомились с историей. Они узнали о работниках сферы ЖКХ в прошлых столетиях и работниках наших дней, а также познакомились с профессиями, которые будут востребованы через много лет. К последним профессиям относятся проектировщики умной среды, архитекторы многонулевых домов. Во второй половине дня школьники работали над проектом «Многоэффективный район». Мы хотим показать, чтобы дети могли построить энергоэффективный квартал, микрорайон. Чтобы это сделать, они должны начать с нуля, то есть сначала с идеи, потом сделать проект, чертеж, построить, спроектировать, сделать дизайн. Школьники узнали о прогрессивных способах экономии природных ресурсов и сами попробовали просчитать выгоду от их использования как для жителей населенных пунктов разного уровня, так и для окружающей среды. Сейчас мы выполняем творческую работу, которая направлена на проявление каких-то творческих качеств каждого из нас. И мы создаем проект жилого комплекса, где в нашем именно жилом комплексе будут дома в форме сот, и будет находиться озеро, и люди будут радоваться жизни. Нам рассказывали, в принципе, о работе ЖКХ. Мы поставили сценки, представили свои команды, сделали плакаты, и вроде понравилось им. Это комплексный подход. Мы пытаемся сказать, что очень важно, что должна быть современная инфраструктура. То есть комфортная городская среда. Это наша главная задача. И в рамках этого энергетика, она не может отдельно существовать. Она должна существовать для людей.